Каждый вечер, Сергей, акция «Фонтан желаний» в самом разгаре. И у нас сегодня дети из Цхинвальской школы-интернат. Знакомимся с первым гостем. Привет! Привет! Как тебя зовут? Арсенька Васильевна. У тебя ноги не болят? Ты же только раз на колени падал. Нет. В какой ты класс ходишь? Третий. А ты когда-нибудь видел настоящего Деда Мороза? Нет? А когда-нибудь писал ему письма? И твои желания исполнялись? Он читал твои письма? Всегда исполнялись? Ты мне можешь сказать, почему ты выбрала этот танец? Насколько я знаю, ты еще прекрасно танцуешь брейк-данс и другие танцы. Горский очень крупный. Спасибо, а ты ничего в кораблик добраться. Знакомимся со следующими гостями. Привет! Привет. Как тебя зовут? Оксана. Как же глаз ваш раз? Привет. Хоян Зунас. Хоян. Что такое Мбайда? Султан. Султан, команда кукла. Да, но мама дама как зовут? Алана. Камайда? Элексаев. Алана. Да, из кофейка, что ты Дед Мороз? Да. Письмо ты амиско фастаю. Майда сахаста сюда жена не та. Алхаттар. Да. Вот так вот. Юхатту ахат. Юхатту тара бахасынма. Сета инна хат. Да, ну мам, да, как за. Георгий, так, а мой тебя Георгий. Шала за душа? Сем. Георгий, кусы что я чью тина? Пайли. Машавас взорвался, шада фанмаду войну. Это хайма войны, толкай до рохсанти. Чигами канал. Да хоть так голи надо. Да. Чеба хлопуда. Куда хорканас? Да. Что ты им готовы? Готовы. И мама да, ну мадам, как зах? Скиф. Скиф камайда. Иди, ты. Кусы штурят кам кушчина скиф. Мельцы. Левая луна. Шала за душа и луна? Семь. Школа Машавса? Ой. Кэш класс ма? Бэфи. Искот Дед Мороз фитта? Ма. Настоящий Дед Мороз на фитта. Вот и шух за фитта? Лагай. Лаги. Ади маги. Я хил Дед Мороз сасканы. Ма дэн чи цахта, что я ади маги скан бай? Фитту мэй. Кут. Кут ца кут той фитта? Ма. Вода? Я Дед Мороз. Он моя кот фейтте, куда я был, куда каша я систем, мода я могу, мы шага Дед Мороз на. Охоргана на зехта. Каша охоргана. Болтая охоргана. Дехава Виктория. Виктория шала за душа. Шесть. Кусы что рачи у тебя? Танцта охоргана. Идем дальше с танцта. Да фейтте иску шага Дед Мороз. Я вас сегодня познакомила с учениками 6 класса школы-интернат города Цхинвал. Эти дети пришли для того, чтобы пустить свои мечты в наш фонтан желаний. Ну а вы, уважаемые сограждане, можете исполнить хотя бы одно желание, одну детскую мечту. Ну а акция продолжается.